Пожалуй, одной из обсуждаемых тем нашей республики на этой неделе стала тема минувшего землетрясения. Жители сразу нескольких регионов – Карачаево-Черкесии, Ставрополя, Ингушетии и Краснодарского края – во вторник вечером 3 ноября почувствовали довольно приличные подземные толчки. Особенно остро землетрясение ощутили жители многоэтажек. По уточненным данным Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии, землетрясение магнитудой в 4,6 баллов произошло во вторник в 20 часов 47 минут. Эпицентр находился на глубине 10 километров в Краснодарском крае Успенского района. Это уже не первое землетрясение, произошедшее за последний год на территории Северного Кавказа. Естественно, что многие жители республики обеспокоены тем, с какой частотой в последнее время случаются подобные природные явления. Относительно прошлых лет количество толчков с периодичностью 1-2 раза в год они происходят. Мы все знаем, что территория Северного Кавказа находится в семибалльной зоне риска 7 баллов по сейсмоустойчивости. Поэтому никаких ухудшений и улучшений не прогнозируется. То есть все идет в обычном порядке. Мы призываем население Карачаево-Черкесской республики пользоваться официальными источниками, а не слухами. Официальные источники это какие? Официальные источники являются сайт Главного управления МЧС России, сайт МЧС России и ГИС-метео. Сотрудники МЧС уверяют, что поводов для паники нет. Но, к сожалению, современная наука не может ответить на три главных вопроса. Где, когда и какой силы произойдет толчок? А это значит, что о прогнозе в полном смысле этого слова говорить не приходится. Землетрясения, зарегистрированные на Северном Кавказе, пока не превышали 7 баллов по шкале Рихтера. И последнее подобное природное явление такой силы произошло в Дагестане в 1970 году.